Танки военного оркестра выруливает по взлетно-посадочной полосе приземлившийся Ил. На его борту наши ребята, возвращение которых так ждали мамы и папы, любимые женщины и дети. Да и весь Севастополь ждал. Живые и здоровые, они выгружаются из самолета. Только один, Александр Пазынич, не вернулся из боя. Ну, для нас это трагедия. Мы потеряли своего бойца. Но все мы понимаем, что он выполнял свой долг. Для нас это, конечно, был удар и шок. Но личный состав, я считаю, достойно выполнил свою задачу. Обеспечили все мероприятия. Перед нашими морпехами стояла задача обеспечить охрану авиабазы «Хмеймим». Но перед тем, чтобы начать ее охранять, базу со всем обеспечением еще нужно было создать. И с этой задачей наша морская пехота справилась отлично. Когда мы туда прибыли, там был просто заброшенный аэродром. На данный момент это уже жилой комплекс, жилой городок, который уже как бы везде по телевидению уже показали. То есть, да, наши сменщики, которые сейчас прибыли, довольно-таки, увидев все это, соответственно, ну, им работать дальше, им выполнять задачи. Поэтому как бы все были довольны, что уже есть задел, конкретный задел. Начальник береговых войск Черноморского флота Российской Федерации генерал-майор Александр Остриков поздравил военнослужащих с успешным решением боевой задачи. Отдал честь почетный караул. Домой бойцы шагали под победный марш. Утром их ждал знакомый плац, родные лица. Женщины будто не верили, что их мужчины вернулись с войны. И грусть еще не успела уйти из глаз. А может быть, это вечная грусть жены матерей офицеров и моряков. Грусть женщин, которые всю жизнь провожают и ждут возвращения. Очень редко переписывались. Очень сложно. Когда не знаешь ничего, не общаться, сложно. По телефону вблизи гандомет. Привет? Конечно, привет. Привет, правда. На самом деле, вместо гранатомета папа привез боевую награду. И не он один. Вернувшихся из горячей точки морпехов поздравил и вручил медали и ордена заместитель командующего Черноморским флотом Валерий Куликов. Первая награда – командиру вернувшейся группы. Служу Российской Федерации. Спасибо. Торжественное построение завершилось парадным маршем под аплодисменты встречающих. За время военной командировки моряки не забыли, как чеканить шаг. Наверное, старый плац успел соскучиться по подошвам своих защитников. Плановая замена личного состава, охраняющего авиабазу «Хмеймим», завершится до конца декабря. Сейчас в Севастополь вернулись 186 человек. Вторая партия прибудет совсем к новогоднему столу. Елена Анисимова, Севинформбюро.